Привет, это канал Golf Fingerstyle, меня зовут Максим Ярушкин, и сегодня у нас на обзоре такая штука, которую очень сложно обозревать через видео, потому что, ну, вы не поверите. И нет такого вау-эффекта на видео, потому что это кажется, что просто реверочек. Этот реверочек, он акустический, он в акустику. Не нужно комбика, чтобы он звучал, представляете? Выглядит эта штука вот так вот, присасывается к вашей гитаре и выдает ревер. Давайте послушаем, во-первых, там не только ревер, там еще разные эффекты, и поговорим с вами о том, как вообще такое возможно. Звук в акустику, что называется байпас. И сейчас включу его. Вот у нас ревер холл. Понимаете, да? Ну а голос у меня без ревера, соответственно, он чистый. Ну, заглушил струны и... Такой ревер. Звучащий. Обычно, если мы слышим гитарные эффекты, то как минимум думаем, есть колонка, да? Откуда-то должен быть звук эффекта. Там неважно, у вас педали, в компьютере эффекты, в комбике эффекты. Как бы звук из колонки, ну, или наушники. Но тут фишка в том, что это все в акустику. Как-то возможно, я не знаю, это магия, но попытаюсь объяснить. Внутрь гитары засовывается такой магнит. Вот так он выглядит. И можно его приклеить, а можно просто примагнитить с другой стороны вот такой вот, собственно, штукой. Это и есть Tonewood Amp. И он каким-то образом передает вибрации. Да, он, кстати, еще подключается в датчик. И как-то раскачивает заднюю деку. То есть это не динамик, это такая штука, которая раскачивает заднюю деку, и она дает как раз эти все волшебные звуки. Ревера, здесь есть дилей, есть перегруз, есть квакушка. Ну, сейчас вы все услышите. Я сделал дилей максимальный. Есть еще плейт, еще один тип ревера. Прикольно то, что в акустику получается как бы правильный тип обработки, если я подключаю магнитный датчик, потому что магнитный датчик снимает звук только со струн, а перкуссия, ну вот только вот этот удар тоже летящий, а все остальное сухое, как и мой голос. И получается такая история. Всего этих эффектов 9 штук, разработчики добавляют новые. Например, когда только вышел Tonewood Amp, не было хоруса, сейчас они сделали, ты перепрошиваешь, и у тебя появляется новый эффект. Классно? Классно, цифровые технологии. А, да, работает без подключения в розетку, то есть у нас здесь внутри батареечки пальчиковые, воткнули, все, погнали. Дилей, представляете, есть дилей.
это больше вот для дома. Просто сидишь, втыкаться, что-то подключать, искать розетку, включать комбик. Нет, ты сидишь, и у тебя бац, и сразу ревер. И еще очень классно, конечно, это записывать в Инстаграм, да? Инстаграм, как бы, и вообще социальные сети, фишка в том, что ты поставил телефон, захотелось, ты поставил телефон и записываешь. И вот у меня всегда было ощущение, что вот был бы реверочек, чуть-чуть бы реверка накинуть, и отлично. Но в телефоне искать какой-то редактор, где-то что-то ревер как-то... А тут ты нажал кнопку... Все, отлично. Ну и акустические выступления, акустические гиги в небольших помещениях, там, не знаю, на 20-30 человек какое-нибудь помещение, мне надо тащить комбик, педали, такой квартирничек, а у вас еще и ревер заполняет все пространство и души ваших слушателей. Автоуа, то есть квакушка, и звучит... Можно убрать ревер, и она будет более сухо звучать. Даже чувствительность квакушки можно настроить. Послушайте без ревера. Да, конечно, в нем предусмотрен выход на линию, то есть можем датчик втыкать в него, а из него уже пускать сигнал в комбик, в усилитель, куда угодно. Но это такое, то есть фишка его как раз в акустичности, в автономности от всего вот этого хлама. Есть перегруз. Очень-очень странно. Вряд ли фишка Tonewood Ampа будет перегруз. Звучит, как будто вот такой вот предусилитель. Еще разочек про способ крепления. Можно вот эту штуковину приклеить к... задние деки изнутри гитары. И тогда мы можем вот эту вот сам эмп убирать и когда нужно ставить. Но если мы не приклеиваем, то если я уберу эмп, то и вот эта вертолетная приблуда, она выпадет и будет болтаться у вас в гитаре. Не прикольно. Установка очень простая. Убираем все струны. Вот этот магнит, видите, он даже струны магнитит. Засовываем внутрь. И вот видите. Все. Амп предел. Ну, конечно, здесь неудобно, потому что будет в грудь упираться. Лучше немножко как бы отодвигать. Лучше знать, куда двигать. Важно, что на гитаре типа Ovation это, конечно, не подходит, потому что дека должна быть плоская. Однако на классику с гитару с нейлоновыми струнами это прекрасно лепится, все отлично звучит. Можете найти в сети, очень такой мягкий и приятный звук получается. Управление очень простое, у нас есть три крутилки, эффекты, параметры эффектов и амплитюд. Эта ручка отвечает за громкость и гейн. Соответственно, эффекты, вот мы переключаем первый холл, второй рум, плейт и так далее. Ну, например, плейт выбираем, тут у нас есть параметры. Чтобы выбрать параметр, надо нажать. Вот у нас параметр pre-delay, high-cut, если мы так делаем, то вверх вырезается. Decay, насколько длинный будет. И так у каждого эффекта. Это вход для вашего датчика, это выход, как раз можем отдать его на линию, о чем я уже говорил. И это insert у нас для iOS девайсов. Кнопка вкл и собственно все. Спасибо большое, что посмотрели этот обзор до конца. Надеюсь, вы не усомнились в моей честности. Я нигде не накладывал в обработке звука ревер дополнительно. Все вот в этот микрофон записывается, как оно звучит. Если вам эта штука понравилась и вы хотите сделать себе подарок или еще кому-нибудь сделать подарок, то можете купить Tonewood Amp в магазине Get Sound. Это интернет-магазин музыкального оборудования. Ссылочка будет в описании. Там можете посмотреть, сколько это добро стоит. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк. Если нет, то дизлайк. Обязательно подписывайтесь на канал Go Fingerstyle. И увидимся в следующий четверг. Пока!